Снегопады, гололед, удар лоб в лоб. Обгон на зимней трассе закончился аварией. Это кадры с автодороги Чебаркуль-Уйская-Магнитогорск. Водитель за рулем Volvo не справился с управлением и вылетел навстречу. Столкновение с Deo Matisse избежать не удалось. Пострадавших в ДТП нет. В Магнитогорске на одном перекрестке одновременно произошло сразу две аварии. На кадрах с видеорегистратора видно, как четыре машины не смогли поделить дорогу. С одной стороны проезжей части при повороте направо иномарка подрезала другую, а напротив две легковушки не смогли разъехаться и столкнулись. В Челябинске на Свердловском тракте недалеко от остановки ветлечебница столкнулись «Газель» и две легковушки. От удара с машинами фургон развернуло поперек дороги. Кто виноват, предстоит выяснить страну. Порядка. Три автомобиля собрались в паровозик на улице Молодогвардейцев. Кто виноват в аварии, предстоит выяснить полиции.